Всем добрый день. Сегодня 4 октября 2017 года. Я хотел бы с вами поделиться тем, что я сегодня, на что я сегодня обратил внимание. Проходя по улице Пушкина, я обратил внимание на немного неприятное для меня событие, или то, что я увидел. Я сейчас с вами поделюсь. Всю жизнь, сколько я себя помню, на Пушкина 16 существовала аптека. На данный момент она, до недавних пор, там была аптека коммунального предприятия «Полтава Фарм». Сегодня я увидел, что там аптеки нет. Там находится офис некой политической организации, некой партии. И создалось впечатление, что в нашем государстве, в нашем городе не нужны аптеки, нам нужны политические движения. Но, к сожалению, политические движения сейчас довели Украину до того, что без аптеки нам не прожить, не выжить, прямо скажем. Но, тем не менее, на аптеке поставлен крест, а офис политического движения есть. Хорошо это или плохо, вам судить, я считаю, плохо. Тем более, что это не первая уже аптека «Полтава Фарм», которая почему-то была закрыта. Всем здоровья, хорошего настроения, держимся.